Всем привет! С вами Юлия Потапова, врач-дерматолог-диетолог проекта LoveGut. Одна из распространенных жалоб владельца – это обильное слезотечение или так называемые слезные дорожки коричневого или красного цвета. Выглядит это так, как будто питомец постоянно плачет. В этом видео расскажу, почему так происходит и что с этим делать. Если проблема актуальна, рекомендую досмотреть это видео до конца. Ну что, давайте разбираться в проблеме? На самом деле, слеза, которая должна была из глаза попасть в нос по носослезному каналу, просто вытекает наружу на шерсть, окрашиваясь в другой цвет за счет окисления на кислороде. Проблему слезотечения могут вызывать различные причины. Анатомическое строение черепа у собаки, короткий или завитой носослезный канал. В основном у собак брахицефалических пород, таких как мопс, пекинес, кавалер кинг чарльз спаниель и прочие. Закупорка и стеноз носослезного канала, неправильно растущие ресницы, изменения со стороны век, такие как заворот, выворот века, неправильно сформированное веко и другие. Глаукома, травмы глаза, аллергия пищевого и непищевого происхождения, кератиты различного генеза. Напишите в комментариях, сталкивались ли с подобными состояниями у вашего питомца и как пытались с этим справиться. Если нет других проявлений болезни питомца, то, скорее всего, повода для беспокойства нет и достаточно будет регулярной гигиены глаз. Об этом подробнее расскажу в конце видео. В любом случае, перечисленные выше проблемы могут вызывать боль у питомца и требуют визита к врачу. В зависимости от причины слезотечения существуют разные схемы лечения, которые назначает врач. Чаще всего лечение консервативное, но существуют такие проблемы, например, как нарушение оттока слезного канала, которые требуют хирургического лечения. Что можно и нужно делать для ухода за глазами питомца в домашних условиях? Рекомендовано проводить гигиеническое промывание глаз с помощью тампона, смоченного в специальном лосьоне для глаз, который можно приобрести в зоомагазине или ветеринарной аптеке, либо физиологическим раствором натрия хлорида 0,9% концентрации из медицинской аптеки. Делаем это так. Смачиваем ватный диск в лосьоне и аккуратно убираем скопившиеся выделения от внутреннего уголка глаза к внешнему, по верхнему веку и по нижнему веку. Сегодня мы с вами рассмотрели проблему, которая часто волнует владельцев собак. Ставьте лайк, если видео было полезным. В дополнение к данной теме хочу пригласить вас зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс «Как ухаживать за собакой дома», где очень подробно специалист-грумер нашей школы рассказывает, как ухаживать за шерстью собак в домашних условиях, проводя гигиенические процедуры. Ссылка в описании к данному ролику. А для тех, кто хочет комплексно позаботиться о своем питомце, у школы LoveGut есть отличный тариф, который включает в себя страхование питомца, консультации ветеринарных врачей и курсы по воспитанию. Ознакомиться с тарифом можно по ссылке в описании к видео. Помните, что здоровье питомца в ваших руках, а мы с удовольствием продолжим готовить для вас полезный контент. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. С уважением к вам и заботой о ваших питомцах, Юлия Потапова.